провокационным заявлением, которое может еще больше обострить конфликт на Корейском полуострове, выступил Сеул. Там сразу после истечения срока ультиматума, предъявленного Пхеньяном, сообщили, что не прекратят пропагандистское вещание на границе. Хотя обе страны продолжают обмениваться угрозами, их представители в эти минуты должны сесть за стол переговоров, чтобы мирно урегулировать кризис. Между тем, войска и с той, и с другой стороны остаются в полной боевой готовности. Северная Корея уже стянула к границе артиллерию, а Южная заручилась поддержкой США, с которыми ведет совместное учение. Сегодня они подняли в воздух истребители, чтобы, как сообщается, продемонстрировать военную силу для сдерживания КНДР. Те там же, в свою очередь, расценивают подобные действия как прямую угрозу вторжения.